Ну что, дорогие друзья, всем привет, дождался я акции в магазине и, к сожалению, ожидания не оправдались. Это не скины, это не Леон, это не что-то новенькое, а просто акция мегаящик, 2 мегаящика 100 золота, ой, 100 гемов и 2000 золота. На своем основном аккаунте смысла мне донатить нет, у меня там фулл, на твинке я не могу, поэтому аккаунт подписчика. А на этом аккаунте я уже батлил, ребята, и выбил одну легу, это, по-моему... Воробушек или Леон, я уже не помню. Кто помнит, напишите. Скорее всего, Леон. И уже на 700 кубков Леон, смотрите, вот красава. Вот, остался один спайк. Я сейчас куплю праздник Луны. Вот, и возможно даже куплю еще набор вот этот, чтобы побольше сундучков открыть. А мало ли, вдруг вытащу легендарку. Посмотрим, что в этом паке с Луны. И по поводу конкурса, честно, не знаю. Разыгрывать вот этот акс, не разыгрывать... Особенного в нем ничего абсолютно нету. Ну, если большинство желает, если хотят, чтобы я разыграл, ну, штук 5 могу, 10, не знаю, то давайте и лайков до хрена наберем. Если ролик соберет до конца акции больше 50 тысяч лайков, больше полтыша, я делаю конкурс. Если не собирает, значит, ну, просто я не особо верю в эту акцию, что она особо вам надо. Если я ошибаюсь, пускай это будет доказано лайками. Ну, мне кажется, оно такое себе. Для вас оно, ну, разыгрывать это не очень. Я жду Леона. Леона 100% разыграю, вообще даже спрашивать не буду. Ну, а тут, если хотите, ставьте лайки. Вам бесплатно лайк поставить ничего не значит, а мне потом вот это все разыгрывать. Короче, ребят, сейчас покупаю праздник Луны. Если нам ничего не падает, возможно, еще наборчик куплю и откроем еще на гемы сундуки. Возможно, ему вытащу последнего спайка. Если вытащу, ребят, поставьте лайк, чтобы он выпал. Вообще будет пушка. Поехали, рекламная пауза и открываем. Итак, я уже купил праздник Луны. Что ж нам разработчики подарят? 100 гемов есть, 2000 золота есть и 2... Слушайте, а могли побольше? Вот помню, акция 8 мегаящиков, супер акция. 2 мегаящика как-то скудных. Ты хотя бы 5-4 сделали. Ну 2 это по-жлобски, вообще по-жлобски. А 10 баксов как бы стоит. Ну ладно, первый ящик. Один предмет, но это скорее всего Леоныч. Да, Леон. Так, есть, хорошо. Второй ящик. Давай, брат, давай, давай. Один предмет. К сожалению, мимо. Ладно. Смотрим на шанс Леги. Шанс неплохой. Слушайте, шанс очень хороший. Блин, было бы это 8 ящиков, я бы, думаю, 100% выбил. Давайте покупаем еще акцию. 5 баксов. Давайте я вот так вот экран вырублю, чтобы не палить все. Так. Все хорошо. Приобретено. 170 гемов и 2 мегаящика. Так, поехали. Блин, вообще даже Леон не выпал. Походу, Леон уже на фулл доступен. И еще один. Пожалуйста, прожми лайк на удачу и подпишись. Вот если еще не выполнил, сделай это. И... Блин, ну ничего, ничего. У нас как бы 300 гемов. И я еще буду открывать большие ящики. Потому что, ну, все-таки Лего может дропнуться. Так... Да, шанс очень хороший. Поехали. Просто может вместо Леги пассивка еще выпасть. Так, есть. У нас еще 200 гемов. Если дропнется Лего, то можно считать, что акция Луны нам дала как раз-таки вот этот, ну, дроп. Блин. Так как-то... Блин, не очень больно открывать, когда ящик пустой. Вообще как-то не очень. Так хочется, чтобы что-то крутанулось. Даже пассивку, хотя бы пассивку. Так, осталось, получается, 2 ящика. Ай, одного гема не хватает, чтобы 3 открыть. Так. Еще один. И, блин, на третий не хватает гемов. Докинуть 30-ху ему так все равно одного гема не хватит. Да все, в принципе. Я думаю, что достаточно. 2 акции мы ему купили. Давайте прокачаем Леона. Охренеть. Блин, а можно я сыграю на Леоне одну каточку? 700 кубков. Я думаю, что чел будет не против. Я ему донатил на батл, я ему сейчас задонатил. Я думаю, что кубки для него не проблема. Да и я как бы постараюсь не слить. Поехали, поиграем немножко на Леоне. Короче, лунная акция, говно. Я думал 11 утра. Ой, я боксики, конечно, прям, ну такие подарочные, прикольные.
Так я сейчас его нагну, нифига себе. Так я еще играю, нихера себе, для 700 кубков. Давай, прогнал его, это моя территория, пошел вон. Пошел отсюда вон. Так. Есть. О, Пайпер убила его. Так. Блять, это сейчас по мне попадет. Мимо. Ты дура, ты куда так близко подошла, кончалыга ты, блин, тупая. Реально, блин, вообще обуревшая. Встала и стоит. В себя поверила. Так, я думаю, Шелли можно убить. Так, о. Блин, нельзя уже Шелли убить. Ты 700 кубков, что изи играть вообще. Тем более за Легу. Я бы и на 1000 сыграл. Не, на 1000, наверное, нет. Так, тут же воробушек где-то был. Так, ладно, станем сюда. Сейчас, короче, тактику крысу включим. Так, тут поставим. О! Блин, капец, она дура. У нее ХП нету, она дамажит, бегает. Так, я думаю, что... О! Так, бля, не получилось. Ладно. Бляха, муха, я запорол ульту. А! Нет! Блин! Да ёпта, чё именно я? Все, блин. Ого, минус 4. Ладно, возвращаем кубки теперь, поехали. Я запорол ульту, блин. Если бы не яд, я бы воробушка убил. Ну, если бы, а как бы, давайте, короче, ладно. Проиграл и проиграл. Ну, я вернусь сейчас, нифиг делать. Блин, вот эти кристаллики в форме, я не знаю, печенюшек или чего. Это какие-то, ну, по-любому что-то съедобное, да? Как-то вот похоже на какой-то, я не знаю, пряник, чебуречек, пирожочек. Я не знаю, с чем ассоциация у вас? Ну, форма луны, да? Ну, это как конфетка какая-то. Не знаю. Напишите в комментариях, что это. Так. Ага, отлично, просто шикарно. У него ульта, вот он, кстати. Ха, лох. Не смог меня убить, Синвиза. Я, кстати, такой же лох, как и он. Не смог убить ворона Синвиза. Да, блядь, что так много урона? Еще 10 бойцов, а меня так он поджимает. Да, блядь, что такое? Какого, а? Какого хера такой урон? Я же тоже 9 уровень вроде как. Минус 9, итого минус 13 кубков. Довыеживался, что на 700 кубков легко. Ладно. Не, ну меня Леон реально обыграл прям. Вот он больше урона наносил. Я вообще ему урон не наносил, считай. Сука, бомбит. Сейчас просто разнесу всех. Просто сейчас буду валить всех подряд. Сдохни, мразь. Есть, минус один. Сейчас будет минус второй. Сдохни! Проверяй, проверяй. Это я специально использовал, чтобы она не отхилилась. Сдохни! Бля, это 150 хп! Ну нет, не уходи! 700 кубков, мрази, блин. Не убьешь их вообще, живучая скотиня, скотыняка. О! Давай. Отлично. Пошла вон. Две банки, мало. Воу. Просто ваншотнул. Хорош. Пошел отсюда. Петух. Блин, у него ульта есть. Надо уйти далеко. Все, вот тут посидим. Блин, надо вернуть кубки челу, потому что мне не нравится то, что я слил. Господи, а что у него с никнеймом? Что его так похеровило? О, это мое. А, тут Шелли, господи. Это же 700 кубков, что я делаю? Ты что, серьезно, на урон выходишь? А, у нее же, она выделывается, у нее же это. Ну, поехали, что? Используем инвиз. Сюда я не успею перебежать. Вот тут у нас Боа, привет. Опа, ворон тут сидел, отлично. Фак.
О. Найс урон. Есть. Хорошо. Так. Я не знаю, как я этого буду убивать. Ну, поехали. У него урон однозначно больше. А, блядь! А, он же резнулся, мразь! Сука, он же резается со своей пушкой! Ты шо? Какая же имба пассивка, пацаны! Слушайте, ладно, я, по-моему, всего лишь на 5 кубков ему слил. Ну, я не думаю, что это критично. Я думаю, он вернет вообще без Б. Но мне было по фану сыграть. Слушайте, ну, конечно, вот этот черт с пассивкой и второй жизнью, прям, это сильно, это сильно. Ладно, друзья, пишите в комментариях, разыгрывать эту луну акцию или нет. Если набираем полтос плюс лайков, я ее, конечно же, среди вас разыграю. Спасибо вам за просмотр, спасибо за внимание. Я все так же жду Леона, надеюсь, он завтра будет. Вот, и завтра 100% будет розыгрыш. Подписывайтесь заранее, если хотите Леона себе бесплатно, потому что я завтра объясню, что нужно сделать, чтобы его получить. И до завтра. Всем хорошего дня и до скорых встреч. Пока.